Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина, я очень рада видеть вас на своем канале. В этом ролике я покажу вам уходовую косметичку на август 2020 года. Большинство средств у меня перешло из предыдущего месяца, так как в июле у нас 3 недели не было горячей воды, и, как вы сами понимаете, расход моющих средств, конечно, несколько уменьшился. Но, тем не менее, новинки у меня в косметичке будут представлены. Мне нужно будет протестировать несколько продуктов, которые приехали ко мне на обзор. Ну и также какие-то средства у меня все же закончились в июле, и я открою новые баночки для использования. В общем, если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Начну по традиции со средств по уходу за волосами. Здесь новинок не будет. Продолжаю я использовать шампунь и бальзам от Чистой линии из лимитированной серии «Заповедная Россия» «Золото Алтая» с потрясающим ягодным ароматом брусники, морожки и смородины для тусклых и лишенных блеска волос. Также в июле из-за отключения воды я открывала шампунь 2 в 1, также от Чистой линии. Хмель и репейное масло. Здесь также большой объем 400 мл, как и у предыдущего шампуня. Приятный очень аромат. В общем, продолжу им пользоваться и в августе. Нужно мне закончить, наконец-то уже, невесомый бальзам-гель от Глискур. Совсем немножко у меня его осталось. Думаю, как раз вот в паре с этим шампунем буду его применять. Ни разу не воспользовалась я густым маслом для волос от Фитокосметик. Народные рецепты. Это у меня горчичное с липовым цветом и соком лимона. Я его использую как... Ну, вернее, не его, а средство подобного плана использую как маску для волос. Но вот, к сожалению, в июле так им и не воспользовалась. Ну и дополнительный уход. У меня две сыворотки. Одна из них от Биолиты против выпадения, несмываемая. И вторая от Комплимент с эффектом ламинирования для легкости расчесывания. Переходим к уходу за телом. Жидкое мыло. Открывала я в период отключения горячей воды мыло пенка Милано от Грасс с ароматом сливочного лимонного десерта. Объем большой, 500 мл. Довольно-таки экономичный продукт. Продолжу им пользоваться и в августе. И также буду заканчивать жидкое мыло, которое открыла в прошлом месяце. У него совершенно потрясающий аромат дыни и тыквы. Это Let's Detox биомыло для рук Be Vegan. Очень приятный продукт для использования. С большим удовольствием продолжу им наслаждаться. Также продолжу использовать мусс для душа от Dove с очень приятным ароматом кокоса. Я его использую как средство для бритья. Но иногда и душ принять с ним могу. Густая ароматная пена. Очень нежная, прекрасно ухаживает за кожей. Гели для душа. Совсем чуть-чуть у меня осталось моего любимого в последнее время геля для душа от Yves Rocher. Лимон и базилик. Думаю, что в августе я с ним попрощаюсь. Так ни разу я не воспользовалась в прошлом месяце, хотя планировала сочным гранатом и манго от Avon Naturals. Еще один манговый гель для душа от марки Boom. Ну, я его потестировала все-таки несколько раз. Оставляю в своем уходе. И для разнообразия решила новиночку открыть. Это последний мой гель из запасов от Dolce Milk. Аромат молоко и дыня. Просто что-то как-то очень много манго у меня скопилось. Хочу вот все-таки немножечко разнообразить линейку ароматов своих гелей для душа. Теперь, что касается скрабов для тела.
В этом месяце я их буду своеобразным образом использовать для верхней части тела. Хочу протестировать сахарный скраб эксфолиант от Комплимент. У него очень вкусный ягодный аромат брусники и маринги. А для нижней части тела я как раз буду тестировать продукт, который приехал ко мне на обзор, это Рише кофейный скраб с ароматом мандарина у меня. Очень интересно мне будет познакомиться с этим продуктом. Теперь, что касается кремов, лосьонов для тела. К манговому гелю для душа от Boom я продолжу использовать универсальный гель от Бихадо, также с ароматом манго. Есть у меня парочка и к сочному гранату и манго от Avon Naturals. Ну и, конечно же, еще одна моя добивашка – это Ифраше, лимон и базилик. Надеюсь, что в августе мне удастся справиться с этим лосьончиком. Спрей для тела продолжаю использовать ананас и маракуйя от Grace Cole. Очень приятный аромат у этого спрея. Аромат от Avon Naturals, сочный гранат и манго. У меня такая троечка будет в уходе. Ну и по настроению еще один ароматик от Avon Naturals. Сладкая цитрусовая искорка из новогодней лимитированной серии. Очень мне нравится этот аромат. На лето он как нельзя больше подходит. Еще из спреев дезодоранты. Заканчивается у меня антиперспирант от Dove. Go Fresh. Свежесть граната и лимонные вербены. Может быть, на пару применений его осталось. И поэтому буду открывать новинку. В этом месяце это будет Activel от Oriflame. Мой любимый дезодорант против пятен на одежде. Вот с серой крышечкой. Не первый раз уже его показываю. И думаю, что не последний. Для ухода за зоной декольте буду использовать крем Эптос Сакура. Это шоконад. И еще очень хорошо у меня в этом качестве идет крем-энергетик для лица смузи-фрукт от 100 рецептов красоты. Ну, в пустых баночках, наверное, расскажу, почему все-таки я его решила использовать для тела. Хотя, как бы, крем хороший и для лица. Ругать не буду, но просто есть нюансы, о которых мы немножечко в другом видео подробно поговорим. Для интимной гигиены у меня мой нескончаемый шудер от Siberian Wellness. Классное средство, очень мне нравится и безумно экономично. Уже несколько месяцев его показываю. В уходе он не думает еще пока заканчиваться. Уход за ножками. Крем-масло для ног. Продолжу использовать от Свободы. Нравится мне это средство. И для снятия усталости с ножек у меня домашний доктор гель с ментолом. И уход за руками. С предыдущего месяца не закончился у меня еще крем от Биолиты с депантенолом. В сумочке со мной продолжит путешествовать Gold Edition от Oriflame, малышка в 30 мл. Ну и, конечно, мне захотелось чего-нибудь новенького. Я решила открыть в этом месяце крем для рук с экстрактом оливы от марки Farmstay. Это корейский крем, здесь большой объем, 100 мл. Сейчас я покажу вам, как флакончик выглядит. Довольно-таки интересный, красивый.
Обещает крем хорошо увлажнять, напитывать ручки и быстро впитываться, не оставлять никаких жирных следов, пленки. В общем, будем тестировать. Ну и последнее, что я покажу в уходе за руками. Это, как ни странно, средство 2 в 1 от Oriflame, линейка Love Nature, маска и скраб для нормальной кожи с алоэ верой и кокосовой водой. Ну, тоже более подробно расскажу об этом продукте в пустых баночках. Ну, раз я его перевела в уход за ручками, значит, были нюансы по использованию на лице. Ну что ж, вот такой уход у меня за волосами и телом. И сейчас я покажу вам, что буду использовать для ротовой полости и лица. По уходу за полостью рта новинок в этом месяце у меня не будет. Я продолжу использовать зубную пасту «Сигнал» и ополаскиватель от лесного бальзама против кровоточивости десен. Его использую не на повседневной основе, а по мере необходимости. Бальзамы для губ у меня остаются с предыдущего месяца. В сумочке со мной путешествует от лакомки лаймовый сорбет. Легкий бальзамчик, приятный вкус мохито, хорошо увлажняет губки. На ночь пользуюсь Космия. У него более плотная консистенция, он более питательный, чем предыдущий бальзам. И на сухие участки кожи, как локоточки, кутикула, наношу доктор Вера с пантенолом. Очень мне нравится его в таком качестве использовать. Теперь переходим к уходу за лицом. Мицеллярная вода у меня по-прежнему от 100 рецептов красоты с кокосовым молочком. Очень приятный аромат. Здесь небольшой объем 100 мл, но я очень мало красилась в июле, поэтому расход у средства был минимальный. Для снятия макияжа глаз использую двухфаску от Ифраше с васильком. У меня еще довольно-таки приличное количество упаковки. Думаю, что на пару месяцев мне его точно хватит. Умываюсь мылом индийским от Medimix. 18 трав в составе. Очень мне нравится его воздействие на мою кожу. Заканчиваю очищающий гель-скраб от Le Petit Marseillais «Сияние абрикоса». Ну, вы видите, у меня совсем немножко его осталось утром. Его использую. И открою новиночку. Омолаживающий гель для умывания с шунгитом от природной аптеки. 200 мл объем. Дозатор есть удобный, надеюсь. С большим интересом буду тестировать это средство. Там вот внутри камешек шунгита. Очень необычный, интересный продукт. Спрей для лица. Остается у меня в уходе термалочка от Libriderm. Прекрасно освежает кожу, особенно когда очень жарко на улице. И тоник у меня в этом месяце будет один. Это софтнер от Riche. Приходил ко мне на обзор этот продукт. В общем, с удовольствием буду тестировать и потом поделюсь с вами информацией о своих впечатлениях. Скраб у меня по-прежнему от Oriflame Optimals. Очень деликатный, приятный в использовании. Маски. Мои уходовые косметички уже давно вы видите. Разогревающую маску от Oriflame Шведис Спа. Ну, честно признаюсь, так ни разу ей не воспользовалась. Мне то некогда, то не хочется. В общем, ну, ленюсь, если честно. Но еще, я думаю, тот факт срабатывает, что вот в жаркое время все-таки перегружать свой уход за лицом не очень хочется. Но у нас вот 1 августа ознаменовалось похолоданием и дождем. В общем-то, может быть, и потянется рука к разогревающей маске. Она, конечно, очень хорошо подготавливает кожу для лучшего воздействия последующих уходовых средств. Для очищения я буду использовать салициловую маску от Propeller с вулканической глиной. Хороший бюджетный продукт. И дальше покажу вам антивозрастные масочки, которыми планирую пользоваться. Во-первых, ко мне приехало несколько масок на обзор,
именно антивозрастных от марки Lucix. Линейка Акулия Сила, Акулия Ретинол, простите, капучино и коллаген, ботокс эффект и экспресс разглаживание морщин. Также из этой линейки Акулий жир и дыня. Это маска от носогубных складок с эффектом ботокса и лифтинга. Маска для лица с коллагеном, гиалуроном от морщин, гладкость и упругость, витамин F. Ну и последняя масочка. Это линейка Fresh Bar. Ежевичный смузи. Суперлифтинг, моделирование и подтяжка. Ну, поскольку объемы у этих сашеток небольшие, я подозреваю, что, скорее всего, они, ну, максимум на 2 раза рассчитаны. Думаю, что на месяц мне будет их недостаточно, поэтому ввожу в использование свою недавнюю новинку от BOC. Это лифтинг-маска. Буду пробовать. С компанией BOC я только начинаю свое знакомство, поэтому мне очень, конечно, интересно будет тестировать. Еще несколько антивозрастных средств приехало ко мне на обзор. На этот раз это марка Blom. Приехало ко мне то средство, которое я просто мечтала протестировать, поскольку слышала на него потрясающие отзывы. Это микроигольные патчи для лба. У меня здесь 2 патча. Ну, я, в общем, безумно рада, что мне такая возможность протестировать этот продукт предоставилась, потому что, как бы, ну, есть небольшие морщинки, заломы на лбу. Я надеюсь, что эти патчи с ними справятся. И еще один продукт от Blom, который мне очень интересно протестировать, это патчи для носогубных складок. Здесь у меня уже 4 патчи, это полный курс. Как бы тоже проблемка в этой области на лице присутствует. В общем, с большим удовольствием буду все тестировать. Потом обязательно, конечно, с вами поделюсь информацией. Ну и теперь переходим к тканевым маскам. Покажу, что я выбрала на этот месяц. 2 масочки от Nivea. Первая из них контуринг-маска с гиалуроновой кислотой и коллагеном. А вторая — детокс суперочищение с зеленым чаем и древесным углем. Далее. От Salisbox 2 маски. Одна из них, так, сейчас скажу, как правильно называется, глутатион для улучшения цвета лица. И вторая масочка с БХА для выравнивания тона. 2 антивозрастные масочки от Bugreen с 3D лекала. Одна из них с муцином улитки, вторая с коллагеном. Я с этими масочками ранее была знакома, в принципе, как бы хорошего мнения о них. Смотрю, как эти, ну, вернее, с масками другими из этой линейки. Посмотрю, как эти сработают на моем лице. Протестирую 2 масочки, которые ко мне недавно в подарок приезжали. Первый из них — увлажняющая и придающая сияние маска для лица с сусальным золотом и гиалуроновой кислотой. И еще 1 масочка из этой линейки — увлажняющая и восстанавливающая, также с сусальным золотом. Очень красивые упаковочки. Дальше несколько масок, которые приходили ко мне в подарок от моей зрительницы из Арабских Эмиратов, поэтому как бы на них 0 информации на русском языке. В общем, будут, не знаю, для чего они предназначены, если честно. Ну, вот это, походу, как питание, наверное, насколько я помню. Ну, и вот Gold Face Cold Mask. Ну, в общем, буду пробовать. Потом, конечно, обязательно расскажу, что они сделали или не сделали на моем лице. Еще 1 масочка с гиалуроновой кислотой 24 карата золота. Такая интересная.
тоже от малознакомой мне марки. Маска для лица «Жемчуг» для очищения, смягчения, увлажнения кожи, разглаживания неровности, рельефа и осветления пигментации. Name Skincare. Наверное, так марка называется. Не пробовала ни разу еще подобную маску. Пиорелла, наверное, марка называется так. Я надеюсь, я правильно произношу. С коллагеном. Очищающая поры масочка с томатом от Нинель. Маска от Farmstay с экстрактом ласточкиного гнезда. И от Милатте маска с жемчугом. В общем, буду пробовать. Все, конечно, очень интересно. Тканевые маски я люблю. Далее. Сыворотка у меня остается в использовании от Yves Rocher линейка Elixir Jeunesse. Но ее совсем чуть-чуть. Поэтому я планирую использовать также свою новинку, которая ко мне приехала недавно на обзор. Это сыворотка от Riche. Она предназначена для жирной комбинированной кожи. В общем, обещает улучшить состояние кожи, уменьшить поры. Ну, в общем, буду пробовать. Очень интересно. И в качестве крема для лица я буду использовать от Real Cosmetics антиакне крем. Он подходит и для дневного, и для ночного использования. Предназначен для кожи жирной, проблемной, склонной к акне. У меня сейчас от того, что вот постоянно носим на работе маски, постоянно какие-то вот на лице неприятности возникают. И, в общем, решила этот кремик потестировать, попробовать. Может быть, он улучшит состояние моей кожи. Объем небольшой, 40 мл. И осталось мне показать вам уход за глазками. Крем для век у меня все тот же Пептос от Vee Cosmetics. Если честно, не могу понять, хватит мне его на месяц или нет. Но если что, буду использовать вот две такие малышки. Это масочка для кожи вокруг глаз от L'Occitane. И есть у меня еще сашетка от Herborian, восстанавливающий уход с женьшенем. Также для кожи вокруг глаз. Ну и патчи у меня остаются с предыдущего месяца. От Sfolio с золотом и экстрактом черного жемчуга. Такая красивая у них упаковочка золотая. И сама коробочка тоже очень красиво выглядит. Сейчас я вам покажу эти патчи, как что они себя представляют. Тут внутри ложечка, которая очень удобно их доставать. Вот они такие красивые, темные, переливающиеся. Как раз мне еще на месяц их хватит. В упаковке 60 штук, то есть это 30 пар, но я патчи через день использую, вот как раз примерно по 15 штук, по 15 пар на месяц. Просто замечательно. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот уход у меня на август запланирован. Надеюсь, что я была вам интересна своим обзором. Вы что-нибудь новенькое, полезное для себя увидели. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.